На основании изложенного КАО статьями 307, 308, 309 суд приговорил признать диаконом Германа Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ 9 эпизодов, части 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание по части 4 статьи 159 УК РФ и предотвращение денежных средств в размере 1 миллион 439 тысяч 4 рубля в виде 2 лет лишения свободы. По части 4 статьи 159 УК РФ предотвращение 9 миллионов 725 тысяч 726 рублей за 1 копейка в виде 4 лет лишения свободы. По части 4 статьи 159 УК РФ. Пошли сзади кто? Медичный, да.